Чрезвычайный полномочный посол Республики Корея в Беларуси господин Ян Джунг Мо находится в Бресте с двухдневным рабочим визитом. Встреча с главой региона Константином Сумаром была запланирована заранее, поскольку давно созрела необходимость обсуждения направлений экономического сотрудничества между регионами Кореи и Брещины. Сегодня это неоднократно подчеркивалось на встрече, весь потенциал возможностей не использован. По итогам 9 месяцев этого года внешний торговый оборот с вашей стороны у нас составляет примерно около 7 миллионов долларов. И надо сказать, что темп просто неплохой, 127% к аналогичному периоду прошлого года. Мы на вашу сторону экспортируем легированный кремний, костюмы, жакеты, платья. Если, конечно, смотреть по размерам внешней коммерческой деятельности, то еще у нас он небольшой, я думаю, что у нас есть над чем работать, и чтобы этот экспорт, и импорт, он намного должен увеличиться. В беседе господина Ян Джунг Мо с Константином Сумаром были намечены приоритетные направления экономического сотрудничества на ближайшую перспективу. Сельское хозяйство, легкая промышленность, строительство. Константин Сумар подчеркнул, что Беларусь и, в частности, Брещина готовы сотрудничать по всем направлениям, в том числе и в области туризма, культуры, образования. Правительство Кореи продвигает политику так называемой креативной экономики. Она заключается в гармоничном сочетании возможностей науки, IT-технологий и людских ресурсов. Беларусь, я знаю, гордится высоким уровнем своей фундаментальной науки. И здесь я вижу большой потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества. Это может вывести отношения между нашими странами на новый уровень, стимулировать двусторонние контакты, призванные представительства Корейского агентства по содействию торговле и инвестициям, которое в скором времени откроется в Минске. Представительство будет помогать в поиске партнерам во внешнеэкономической деятельности, способствовать повышению товарооборота между странами и в целом содействовать обмену информацией. Корея – страна, с которой белорусский народ всегда связывали не только экономические, но и дружественные отношения. А еще несомненным остается тот факт, что у наших народов много общего в духовном плане. Поэтому на встрече двух высокопоставленных чиновников были обсуждены и вопросы культурного и социального партнерства. Разговор состоялся важный и актуальный для обеих сторон. Потенциал, который имеется у регионов, не используется на полную мощь. А посему это вывод всех участников встречи в облсполком. Необходимо предпринять шаги, позволяющие улучшить и ускорить этот процесс.